Привет, ребята, это влог номер 3, мы понемножечку растем, поэтому я продолжаю. Это была так себе неделя, скажем честно, скучновато, мало было событий интересных, но все, что было, я вам покажу. Ставьте лайки, да, поехали. Даже не придумал. Я решил, что настало время показывать вам бэкстейджи наших знаменитых видеоклипов. Сегодня как раз мы снимаем один из них. На момент, когда выйдет влог, клип уже выйдет, и будет понятно, зашел он или нет. Это будет пародия, это будет гей-пародия на Деспасито, всем уже так настоебенивший. Вот мы здесь в таких сексуальных костюмах. Сосочку покажу. Что? Вот Андрей. Я хотя бы в трусах. Андрей, поздоровайся, у меня 10 подписчиков. Привет, 10 подписчиков. А где? На моем YouTube-канале. Ты влог снимаешь? Да. О, ничего себе. Это Тони, наш режиссер. Это Юра, наш оператор. Вот. Ждем Мишу, который опаздывает. Миша, блядь. Вот, ну все, собственно, поехали снимать. В этой компании. Теперь я иду на концерт акустический Айовы. Очень хорошо к ней отношусь, считаю, что она одна из, пожалуй, лучших исполнителей у нас в стране, нашей эстраде. Посмотрим, что получится сегодня у нее. Что вы делали в питерском дворах? Самое экстремальное — это когда тебе нужно днем танцевать на улице. Все выглядывают из окон, проезжают машины, перекрывают улицы. Люди ждут, когда им нужно. Когда они смогут пойти, и там красиво такое. Там красиво, кстати. Кто-то дергается, и причем несколько дублей подряд. Вот. И, ну, учишься абстрагироваться снова и снова. Но это классно. Такое специально. Скажи, пожалуйста, ты вообще пацан? Пацан, я по жизни пацан. Как бы, ну, если есть какие-то предъявы, то давай предъявляй. Как бы. За базар отвечаю. Пообщаться о чем угодно, как бы. За базар отвечу, блядь, без проблем. Так что, если хочешь поговорить со мной, блядь, давай, иди сюда, поговорим. Давай, блядь, поговорим с тобой, блядь, один на один. Андрей, команды. Ты все нравится? Ярче? Да, ярко. Ярче? Ярче, ярче. Все, спасибо, Тони. Приоткрою. Можно еще пенисом отрезать? Давно пора. Что ты снимаешь? Это что? Ты не хватило того, что он сегодня снимает? Тебе еще надо? Да приоткрой ты рот, господи. Ты его знаешь, что он там дома повторяет. Сколько сантиметров у него каблуки там? Да? Есть. Я не считаю минуты, я не считаю года, я не считаю минуты, сколько мы вместе. Я не считаю минуты, я не считаю года, я не считаю минуты, просто мы вместе. Обрекла тебя голос, свет пара свечает. Мои дорогие друзья, сегодня пятница, мы попали в тренды, это прекрасно, с треком Деспасито. Пора отмечать. Вот я что хотел сказать, то что если кто-то из тех, кто меня смотрит, из тех 10 замечательных человек, до сих пор не ел еще суп фо, обязательно поешьте его, потому что это прекрасно. Вот он, это огромная порция вьетнамского супа.
Короче, ребята, я пока ел суп, невнятно сказал, что мы сегодня в трендах. Это фантастическое ощущение. Я это желаю каждому начинающему блогеру, потому что быть в трендах – это восхитительно, реально. Чувствуешь себя прям на миллион долларов. Короче, немножко отмечаю сегодня. Отмечаю в своем любимом баре, реально в любимом за последнее время. Называется «Бар Свобода». Не знаю, там видно его или нет. Очень хороший крафтовый бар, замечательный прям. Че, ваше здоровье. И спасибо вам, мои 11 друзей Оушенов. На данный момент у нас 11 человек. Я вас люблю.